Мы начинаем второй матч на телевизионном столе. Встречаются Евгений Курта из Беларуси и Артур Певченко из Украины. Не точен был с разбоя Евгений Курта. Певченко начинает серию. Тихий, аккуратный своячок. Прицельный шар перекатывается параллельно короткому борту. Идет к соседней лузе. Второй матч подряд за сегодня мы наблюдаем за противостоянием Беларуси и Украины. В первом, напомню, что украинец был сильнее. Александр Бойко переиграл Андрея Глушанина. Ну, Евгения Курта мы видели вчера. Уверен, он проходил свои встречи. Выигрывал в сухую 5-0. Сейчас, конечно же, будет ему дан серьезный бой. Артур Певченко очень сильный игрок. Очень уверенно проводит свою серию Евгений Курта, как вы видите, ставя шара прямо в лузу, и проблем тут никаких уже у него не возникнет, я так полагаю.
После предыдущего матча, когда возникла спорная ситуация, Андрей Глушанин утверждал, что коснулся шара, Александр Бойко не видел этого прикосновения. Было принято решение поставить к нам на стол судью. И, как мы видим, Сергей Сапегара, судья из Молдавии, судит этот матч. Ския собирает 8 шаров Евгений Курта. Делает это весьма с невозмутимым лицом. Вот мимо камеры только что прошел Евгений Поломарь, который вылетел из турнира вчера, проиграв две встречи подряд. Как сам Евгений сказал, очень тяжелая была дорога. Не стоило ему, конечно, приезжать в день турнира и сразу же кидаться в бой. Случилось, как случилось. Евгений вылетел, сыграв минимальное количество матчей. Первый разбой в исполнении Артура Пивченко, но промахивается. Ударил весьма сильно. В такой ситуации, пожалуй, можно атаковать и среднюю лузу, и прекрасно атаковать и левый нижний для нас угол. Да, так и есть. Атака в угол прошла удачно. Выкатывает шара ближе к серединке. Практически на центральную линию. Вот у нас снова на серии Евгений Курта. Видимо, как он увлеченно и быстро перемещается вокруг стола, выискивая варианты для атаки. Сыграл и этого. Перекатил биток через весь стол к противоположной лузе.
7 шаров за подход собирает Евгений Курта. Ну что, будет у него вторая партия с Киа, как думаете? Пожалуй, должна. Есть, вторая партия остается за белорусом 2-0. Рефери выставляет пирамиду. Евгений Курта внимательно посматривает, хочет забить с разбоя, естественно. Очень многолюдно сейчас в клубе Бильярд Холл. Море зрителей. И, соответственно, очень много интересных матчей. Мы с вами следим за не менее интересным противостоянием белоруса Евгения Курта и Артуром Пивченко из Украины. Чуть-чуть не хватило точности Жени. На первый взгляд не очень, конечно, опасно он разбил. Но Пивченко очень сильный игрок и может из такой ситуации найти максимальное количество шаров. Небольшой такой аккуратный подбойчик, который, конечно, мало чего приносит Артуру. Но будет атаковать угол, да. Успешно и очень удачно, конечно, он выводит шара. Продолжал атаковать угловую лузу Артур, но допустил промах. Ой, какой промах. Отличную игру оставил Женя, и Беларусь сейчас попытается, конечно, найти максимум шаров в этой ситуации. Две партии с Кия в его исполнении мы уже видели. Начало положено, тщательно мелит наклейку своего Киа Евгений.
Еще один шар с намеком на интересное продолжение. Если кто-то не знаком с этим спортсменом, который сейчас осуществляет свой достаточно успешный подход, расскажу, что это мастер спорта международного класса Евгений Куртов, уроженец города Борисова из Беларуси. Ему 22 года. И это практически, можно сказать, вместе с Олегом Речесом номер один в рейтинге Республики Беларусь. Они оба по очереди практически выигрывают все турниры. Прошлый год был очень успешный для Евгения. И в личной беседе он частенько хвастался, говорил, что не было такого турнира, в котором я бы не попадал в призы. Естественно, не все ему удавалось, но он выиграл международный турнир в памяти первого президента Чеченской Республики, проходивший в Грозном. Это было в августе. В июне того же года, 2009, он выиграл открытый чемпионат Азии, проходивший в Алматы. На первом туре Кубка Европы, проходившем чуть больше года назад, занял второе место. Можно сказать, практически на родине, в Минске это происходило. Там он встречался как раз таки с Олегом Речесом, своим другом и вечным соперником. Но в данный момент все идет к тому, что Евгений Курта приближается к попаданию в число 16 сильнейших. Именно за выход в 16 сильнейших сейчас проходит матч. И он уже проходит до 6 побед, не так, как предыдущие, которые мы показывали сегодня и вчера. Да, дистанция была не очень близкая, конечно, и вероятность промаха достаточно велика, тем более, что исполнялся этот удар с борта. Но, тем не менее, хоть подход завершен, но Евгений Курта повел 5-4 в третьей партии против Артура Пивченко. Нет, промахивается, попадает в короткий борт, причем заметно много промахивается, пару сантиметров. Похоже, что Евгений Курта уже и психологически надломил своего соперника. Не было какой-то уверенности, акцента в этом ударе. Надеюсь, что Артур Пивченко так просто не сдастся и покажет свою игру. Демонстрирует Евгений, что не только силен в кладке, но еще и в отыгрыше. Артур будет атаковать дальнюю левую лузу. Играет свояка. Затрепыхался между губками лузы шар и мог даже застрять. Мог и упасть, естественно, но этого не случилось. Есть отличная атака средней лузы для Евгения. Из такой ситуации белорусу по силам собрать три шара. Аккуратный удар.
Ну что, решается на свояка. Падает. Щелчки в зале доказывают, что этот шар был весьма хорош. Тем более он хорош, потому что это седьмой шар в партии. И проигрывая 4-0 по ходу встречи за два подхода, Евгений Курта может только снивелировать это отставание, но и выйти вперед уже 3-0 в матче. Уверенно, 3-0, да, Беларусь ведет. На месте Артура Пищенко я бы взял перерыв, похоже, он так и делает. Вот пока у нас небольшой перерыв в матче. Ко мне за комментаторский столик подсел Руслан Корененко. Можно сказать, что это коллега, журналист издания «Бильярд Спорт», сайта billiardsport.ru. Сейчас мы спросим у Руслана, поинтересуемся, как он оценивает вообще этот турнир, что наиболее интересно было для него. Ну, скажем так, турнир получается неплохой. Понятно, как бы, что Кишинев это не Россия, где тем более был проведен предыдущий чемпионат. Людей меньше, но тем не менее состав очень серьезный. И сейчас мы смотрим телевизионный матч. Как бы игроки не нуждаются в дополнительных представлениях. На протяжении последних 2-3 лет, наверное, один из лучших игроков в русском бильярде — Женя Курта. И Артур Пивченко, которого, может быть, за пределами Украины показывает меньше, но как бы сейчас в Украине он уже входит твердо в пятерку, наверное, сильнейших игроков и один из самых сильных молодых игроков. В Ростове вот Женя Курта мог на этом убедиться. То есть 6-3 Артур выиграл очень уверенно. Насколько вот разговаривал перед матчем с Женей, так понимаешь, то поражение задело его очень сильно. Он настроен взять реванш, и пока 3-0 имеет очень хорошие шансы довести матч до победы. Мы благодарим Руслана за эту небольшую беседу и возвращаемся к матчу, а потом продолжим, еще обсудим, однозначно обсудим лучшие матчи, лучшие встречи сегодняшнего дня. Спасибо.
Начало четвертой партии у нас ознаменовалось промахом Артура Пивченко с разбоя. И похоже, что сейчас будет серия у Жени. Первые две партии он собрал с кия. В третьей за два подхода ему удалось 5 и 3 шара забить. Ну, сейчас посмотрим, что сейчас покажет нам белорус. По ходу турнира он сейчас один из самых сильнейших игроков. Стабильно высокий класс демонстрирует. Вот такой вариант развития событий выбирает Евгений Курта с подбоем. О, как ему еще к тому же везет. Шар становится прямо в лузу. Наверное, справедливо тут утверждение, что везет сильнейшим. Везет, но не до такой же степени, думает сейчас Артур Пивченко. Ну что ж, понаблюдаем, как проведет очередную серию Евгений. Начинает с дальнего шара. Аккуратный мягкий удар должен быть. Нет, он вколачивает и практически клапштосом, да, оставляет биток на месте. Очень, не то что самоуверен, просто весьма уверен в своих силах белорус. Подавляет он соперника таким своим настроем. Повел в четвертой партии Евгений Курта на подходе Артур Пивченко. Начинает он, забив достаточно простого прямого шара в угол. Он сделал весьма хороший выход. Переходит на ближнюю к нам половину стола. Два шара уже есть. Как вы слышали из интервью с Русланом Корененко с Бильярд Спорта, Артур Пищенко очень высококлассный игрок. Учитывая то, что в Украине много сильных игроков, входить в пятерку сильнейших это дорогого стоит. Артур 91-го года рождения, из Запорожья, Украины. Сыграл достаточно приличное количество турниров, хотя они в основном проходили именно в Украине. С Евгением Курто, наверное, вряд ли сравнится по опыту, ну и спортивное звание у него не столь высоко. Пивченко выиграл в 2007 году чемпионат Украины среди юношей. Выигрывал известный достаточно турнир Кубок Надежды в 2007 году и в 2008. Ну и на четвертом туре Кубка Украины показал себя также с лучшей стороны, завоевав золото. На первом этапе Кубка Европы, который проходил в Ростове, напоминаю, он вошел в число 8 сильнейших. То есть вы можете сами судить о классе этого игрока. Учитывая то, что в России на Евротуре было порядка 150 участников, попасть в восьмерку
неплохой результат. Но тем не менее, сейчас мы наблюдаем, как Евгений Курт опять-таки планомерно расстреливает лузы. 3-3 сейчас в партии, и Евгению собрать 5 шаров это расплюнуть. Ну что ж, всего пару шаров остается Евгению Курту для Курте для победы. Сергей Сапегара, судья из Молдовы, объявляет 7 шаров. Уже четвертый раз в этом матче он объявляет эти 7 шаров, и Евгений Курта может повести с весьма значительным перевесом. В матче до 6 побед 4-0 – это колоссальное преимущество. Да и психологически проигрывать сухую для Артура Пивченко наверняка тяжело. Не проходит свояк, не самый простой, конечно, был шар. Бросился на него Женя и не сказать, чтобы оставил очень хорошую позицию для украинца. И равный счет в этой партии 7-7 по шарам, и два последних шарика разведены по коротким бортам. Артуру Пивченко сложно, конечно, придумать что-то кроме отыгрыша. Да, как ни посмотреть, с любой стороны отыгрыш будет одинаково исполнять надо, но посмотрим. Сейчас игра будет у нас продолжаться до первой ошибки. Очень может быть, что эта первая ошибка уже и состоялась. Может атаковать среднюю лузу Женя. Может и свояка, конечно, ударить в угол. Да, сыгрывает восьмого шара Евгений Курта, 4-0 в его пользу.
Выставлена пирамида. Очередной разбой исполняет Евгений Курта. И вновь он выполняет его не точно, но немножко не ладится с разбоем. Хорошо, что хоть в других компонентах игры у Евгения все нормально. Ой-ой-ой. Нельзя было ошибаться Артуру в такой ситуации, потому что сейчас он сам, наверное, понимает, что счет может стать уже 5-0. С другой стороны, Евгений Курта уже, наверное, чувствует себя достаточно расслабленно. Может, нас и не побалует партия из Кия. Ну, посмотрим, внешне он достаточно серьезен. Превосходная просто позиция для белоруса. Забивай не хочу, надо собирать тут партию, конечно. Достаточно хмурым выглядит лицо Артура Пивченко, потому что этот промах он, конечно, вспоминает с досадой. Последний его подход, иначе как тотальной неудачей не назовешь. Очень сильно в надежде на какой-нибудь подбой сыграл Евгений. Ну и подбил, как мы видим. Есть отличная игра в середину. Также отчетливо, конечно, видна игра в правый нижний для нас угол. И все тут можно бить с продолжением. Продумывать на несколько ходов вперед. Все получается у белоруса. Поразительно точно выкатывает шар, но да, похоже, чуть-чуть он прислонен к борту, потому что смущен оказался немного Евгений, но будет играть. Да, на сильном ударе без проблем. Даже две пары смотрят в этот правый угол. Первый пошел. Да, после некоторых раздумий Евгений все-таки решается на этот удар. Достаточно легко. Ну вот, вот, вот. Судья в очередной раз объявляет для Евгения 7 шаров. Сейчас посмотрим, оправдались ли наши надежды по поводу партии с Кия. Очередная партия 5-0 ведет Евгений Курта, и вряд ли что-то сможет ему помешать выиграть этот матч.
пару минут назад буквально мы увидели партию ския в исполнении белоруса. Очень может быть, что сейчас получится с Кия из разбоя собрать партию украинцу. Артур Пищенко, по крайней мере, предпринимает все возможное для того, чтобы собрать эту партию с Кия. Ах, нет, дальний удар не прошел. Чуть-чуть ошибся Артур, и ой, сейчас, может быть, получит больше, чем один шар в ответ. Колотил шара Евгений Курта. И вот-вот-вот катится шарик. Становится недалеко от луза. Но очевидно, что будет играть свояка. Хотелось бы подбойщик. Нет. Но радость местным зрителям сыгрывает шара Артур Пищенко. Начинается у нас такая стадия турнира, когда от щелчков просто пальцами переходят к аплодисментам. С каждым матчем, я надеюсь, их будет все больше. Завершил свой подход украинец. Был в нем достаточно успешен, но не хватило все-таки двух шаров до победы. Не думаю, что он, конечно, смирился с проигрышем. Хотел что-то сделать в ситуации, как у него, проигрывая 0-5 в матче до 6 побед. Даже придумать сложно, что надо сделать. Тем более, что свой перерыв Артур уже использовал. Может быть, стоит просто дождаться ошибок белоруса. Вот такие первые партии. Остается за украинцем. Впервые в этом матче он собирает 8 шаров. 5-1 впереди Евгений Курта, и он готовится разбивать
могли вы, уважаемые любители бильярда, посмотреть за игрой пару минут без назойливого комментатора, точно так же, как смотрят сейчас за игрой зрители в зале? И вы прекрасно видите, что проводит уверенно, проводит серию после победы в предыдущей партии Артур Пивченко. Не так уж и прост был этот шар. Не сыграл его украинец, теперь у белоруса есть неплохая возможность не только догнать в этой партии украинца, но и, может быть, завершить матч в свою пользу. Напоминаю, что он длится у нас до 6 побед и 5-1 выигрывает Курта. Это 1-32 финала, 1-16 финала, 32 спортсмена у нас осталось всего. Шар седьмой партии забивает Евгений Курта. Позволяет ему это сделать Артур Пищенко. Полминуты назад из такой же позиции забил шара Евгений Курта. А сейчас, ну, практически прямого не удалось ему положить в лузу. Пивченко ведет 5-1, и 3 шара в этой ситуации найти не так уж сложно ему будет. Начинается свояка в середину. Аккуратный подбойчик. Восьмой шар забивает Артур Пищенко. Пятиминутный перерыв берет Евгений Курта.
вернулись к игре игроки. И как мы видим, перерыв, похоже, пошел на пользу Евгению Курсе. В перерыве мне удалось с ним пообщаться. Он сказал, ну что, допустил две ошибки и получил две партии. Так и должно быть. Оптимистичный и весьма такой интересный настрой белорусского спортсмена. Хороший хлесткий удар. Вот и третья ошибка со стороны белоруса. Да, подкатывает он шара специально, как будто бы украинцу. Три ноль в восьмой партии, пока белорус ведет. Да, напрашивается тут своячок. Хороший, красивый раскат шаров на новом сукне в клубе Бильярд Холл. Перед турниром буквально перетянули практически все столы в трех клубах: в Бильярд Холле, в Багрисе и в Олимпике. Кишинев принимает турнир очень хорошо. Осмысленно, конечно, сыграл предыдущего шара Артур Пивченко, выкатил к средней лузе. О, хороший чужой, весьма тонкий, конечно, он был. Уверенности Артуру не занимать. Достаточно уверен в себе Артур, несмотря на то, что он проигрывает 2-5. Не расслабляется, понимая, что две партии взял, может взять третью. А там, глядишь, еще парочку. Оба игрока, естественно, не случайные гости в 32 сильнейших. Если Евгений Курта прошел без поражений, то Артур Пивченко все-таки один раз промахнулся, скажем так, ошибся и прошел в Олимпийку по нижней сетке. Многие зрители спрашивают, что такое нижняя сетка, что такое верхняя сетка. Если вы загрузите на нашей странице вот сверху и видите ссылочку «сетка», то предварительный этап он проходит по системе до двух поражений, выигравший проходит... Идет направо, проигравший уходит налево, с левой стороны от центра, это и есть нижняя сетка. Впрочем, это было вчера,
и сегодня с утра. Но теперь мы играем по олимпийской системе, так называемая олимпийка. Это значит до одного поражения. Проигравший сегодня выбывает из турнира и теряет шансы на золото, да и на любую медаль, впрочем, тоже. Очень хороший удар, конечно, удается Жене, к сожалению, не падает второй шар. Целенаправленно он играл два. Отыгрывается, ставит свояка на короткий борт, дальний от нас. Чужого уводит поближе к длинному борту. Непонятно, то ли оператор помешал Артуру, то ли что-то еще. Ну вот, игра продолжается в привычном для игры офф-режиме. Что уступает в этой партии Женя Курта 4-6. Ну вот, я думаю, вы слышите, уважаемые зрители, насколько громкие аплодисменты и какое количество у нас зрителей в зале. Увлекательнейшие матчи сейчас проходят и за соседними столами. Отыгрывается белорус. Не оставляет атаки Артуру. Украинец сейчас будет также отыгрываться. Если белорус предпочел. Ой-ой-ой-ой. Ну нельзя же так. Везуны, конечно, своя падает у Артура. Но второй в эту желузу не проходит. Близок к победе в очередной партии был Артур Пивченко. Ну, оставил шанс Евгению Курте, тот ударил, чуть не упал случайно шар, отразившись от двух портов в противоположную угловую лузу. Ну вот, есть опять же, есть игра у украинца. Видели мы, какой серьезный винт дал свояку Пивченко. Но не хватило чуть-чуть точности, и шары остались на игре. Евгений Курта сейчас будет атаковать тот же самый угол. Удачно, и что с выходом на оттяжки, тянет у него, отражается шар от борта, но играть, конечно, можно, а можно и не играть, выбор тут есть.
Естественно, выбирает этого прямого шара Евгений. Не литературно выражается Женя, конечно. Ё-моё. В этой партии он допустил уже две ошибки серьезных. Надо наказывать Артуру своего оппонента. Да, забивает. И счет становится 5-3. Смотреть нам этот матч становится все интереснее и интереснее. Появляется интрига. Пивченко берет три партии к ряду. Пока вы наблюдаете за тем, как Евгений Курта осуществляет свой результативный подход в девятой партии. Мне удалось пообщаться с Владиславом Осьмининым, бронзовым призером первого этапа Кубка Европы этого года, который проходил у него на родине в Ростове-на-Дону. И только что буквально Владислав обыграл Вадима Визельтера из Санкт-Петербурга, серебряного призера первого этапа Кубка Европы. То есть вы понимаете, насколько серьезный у нас тут накал страстей, насколько серьезная турнирная борьба, когда на стадии уже 1/16 финала встречаются серебряные и бронзовые призеры первого этапа Кубка Европы. Естественно, одному из них надо сойти с дороги.
Как думаете, удалось собраться Евгению Курти или нет? Ошибки в предыдущей партии уже могли даже нас заставить подумать, что поплыл белорусский спортсмен. Посмотрим сейчас на этот прямой. Как пуля влетел шар в лузу. А, есть небольшая резка, но хороший шарик. Прямо под железку, естественно, вколачивает Евгений Курта. Считанные секунды отделяют его от победы в этом матче. Удастся ли, удастся? Ну, посмотрим. Непростые шары, да, атакуют середину. Аккуратный тихий удар, падает шар, 7 шаров. И есть 8. Партия и матч завершается в пользу Евгения Курты. Представитель Беларуси проходит дальше. Ну а Артур Пивченко из Украины зачехляет свой кей и отправляется домой.